Привет, мои хорошие, привет. Как у вас дела? Я тут решила. Эй, сапсил. Эй, Айзельчик, привет, дорогая. Hi guys, I'm so glad to see you. I'm exhausted though. I slept like 3 hours today. But I'm so excited because now I'm going to Formula One to Abu Dhabi. Я еду на Формулу 1, дорогая, еду, решила, хотела на Мальдивах еще остаться на несколько дней, но решила поехать, короче, на Формулу 1 все-таки, в Абу-Даби. У меня сейчас birthday weekend, week, у меня, короче, неделя дня рождения, я сейчас отмечаю. Приеду, напишу, как раз приеду в начале декабря, дорогая, в Москву. Приеду, напишу. А вообще я хотела, ребятки, чтобы вы меня поразвлекали. Я обычно вас развлекаю, а теперь я хочу, чтобы вы меня поразвлекали, потому что мне ехать 1.5 часа в машине. И спасибо, дорогая, спасибо. И скучновато, конечно, будет. Чао. Тохи, how are you? What's up? Yeah, I have to say your songs are stuck in my head, and during the night when I sleep, I sing them. Can you believe that? Yeah, we'll enjoy for sure. It will be amazing. Last year, I was actually going to Dubai, Abu Dhabi, and I don't know if you would believe it or not, I arrived at the time when the race was over. Only I can do some stuff like that. В прошлом году я же тоже поехала на Формулу 1. Это же как раз вот как получается, что в канун моего дня рождения. И в том году я тоже поехала, в том или в позапрошлом, не помню, я поехала и приехала именно тогда, вот когда уже салют был, опоздала просто по всем параметрам. И уже закончилась формула. Так что в этот раз еду заранее. Хотела остаться на Мальдивах, снять лодку, там поплавать, но не получилось, потому что у меня здесь друзья, они так обиделись, все меня разрывают на части. I'm going to eat dinner. Okay. Alright. Enjoy it. That's why you actually didn't want to stay with us on the boat in Maldives. And I actually cancel it because of your MTV shit. Спасибо большое за поздравление, с наступающим днем рождения. Кто-то мне писал, что мы, ну, как бы заранее отмечать нельзя, и типа там заранее. Я в приметы не верю, ребят. Я считаю, что приметы — это все то, что мы придумали в нашей голове, это все полная фигня. Так что у меня всегда, а так как у меня друзей много, да еще и по всему миру, получается, что я уже давно не делаю такие дни рождения, которые там в формате, как я раньше делала, там, собирать по 250 человек, и нет даже ощущения, что ты кайфанул от своего собственного дня рождения. Это как на работе. В конце дня остается ощущение, что ты очень устал, не ел, не пил. Вот так у меня раньше было, потому что когда ты приглашаешь даже 70 человек, приходит 150. Вот. И такие большие я уже праздники не делала, потому что это все утомительно. Я стала делать вот именно такие с друзьями, и там отметить. В прошлом году я делала... А, значит, на формуле я была в позапрошлом году. В прошлом году я делала... У меня был birthday week в Лондоне. Сначала Монако отмечала с друзьями, потом Лондон поехала, отмечала с друзьями. Так что в этом году я тоже на Мальдивах отметила с друзьями, сейчас в Абу-Даби буду отмечать с друзьями, потом в Дубае с друзьями, вот, и таким образом получается, что день рождения, потом еще я с дочечкой буду отмечать дома, потому что как я дочку оставлю без торта на свой день рождения, и таким образом получается, что у тебя день рождения ты отмечаешь с самыми близкими, родными, при этом нет левых людей, и при этом как бы ты еще и наслаждаешься компанией и получаешь удовольствие, так что вот так.
хочешь еще? Ну, конечно, хочу. Я хочу еще двоих детей. Я готова еще родить двоих, даст Бог здоровья, двоих и даже троих бы родила еще. Вот опять кто-то пишет сейчас. Запомни, пожалуйста, никогда не отмечай 40 лет, 40-летие. Я не верю в приметы. Я считаю, что 40-летие – это второе 20-летие. Поэтому почему бы не отметить второе 20-летие? Мне кажется, не надо загоняться и думать какую-то, верить в какие-то приметы, потому что таким образом сам себе в сознании создаешь барьеры, замки, и потом это не начинает работать. Мы имеем то, во что мы верим. Привет, но не 40, я как мало. Мы имеем то, во что мы верим. Я эту фразу, когда услышала, она настолько в моем сердце как-то так ёкнула. Это действительно, ну, мне подходит. Потому что то, что я себе желаю, хочу, то и происходит в моей жизни. Да, жить надо как-то. Спасибо за хорошо выглядите, такие комментарии. Я отдохнула очень хорошо, правда. Я настолько зарядилась, настолько отдохнула, что меня прям распирает физически даже на спорт. И вообще я поняла, знаете что? Что отдых это только учитывается, когда ты наедине с природой. Вот тогда это действительно отдых. Все смеялись, я спала на улице. Ну, я заходила, когда уже в 7 утра было уже жарко, так уже, ну, тяжело, солнце уже вставало. Я, конечно, заходила в комнату и там спала там еще час-два, если хотела, или вообще просыпалась в 7 утра. Я спала на улице. Вот свежий воздух под открытым небом. Это просто невероятно. Звезды. Брала просто такое пляжное полотенце, потому что оно довольно-таки большое. И было удобно укрываться. Даже, ну, одеялом там было бы жарко. И я все эти дни спала на улице. Они надо мной все смеялись. А я поняла, что я отдохнула настолько хорошо. У меня организм просто себя ощущает по-другому. Я себя чувствую иначе. Мне кажется, отчасти это все-таки от того, что я все время была на свежем воздухе. Все время была на природе. Связь плохая. Ну, потому что я в машине еду. У всех, да, плохая связь? Совсем плохо видно, да? Иран. Hi. Everybody from Iran. Say hi. Да, на черного кота тоже перехожу первое. Он... То есть нормально. Зависает, а видно хорошо. Ну хорошо. Да. В принципе, связь LTE должно видно быть нормально. Ну, просто я в пути еду из одного, как это называется, штата или как? Пустынно и темно. Ну, будет классно, конечно. Сейчас будет Формула-1. Сейчас будет очень круто. На скольких языках я общаюсь? На английском, на испанском и на русском. Французский я чуть понимаю, начала чуть-чуть как бы, ну,
не то чтобы говорить, но я могу, по крайней мере, понять, о чем будет речь. Надо еще выучить французский, и тогда все будет хорошо. Такие вопросы, как зарабатывать деньги, как добиться успеха. Мне кажется, это вопросы такие, на которые нужно отвечать. И зарабатывать самой, и стать успешной. Нужно верить в себя. Нужно никогда никого не слушать. Ну, кроме мамы, кроме тех, кто тебя любит. Никогда не слушать тех, кто говорят, что ты, у тебя никогда ничего не получится, и ты ничего не сможешь. И вообще такие комментарии должны вас вдохновлять всегда. Это первое. Второе, желать очень сильно хотеть быть самостоятельной. И сама Вселенная сделать так, что эти желания, они станут реальностью. И, безусловно, что-то делать. Не сидеть на месте, а никогда никого ни в чем не обвинять. В ваших неудачах, я имею в виду. Если у вас что-то не получилось, это ваш опыт. И он бесценен, и он тоже нужен. Поэтому, ну, здесь очень много факторов. Это целая психология человека, который должен идти, и несмотря ни на какие события в жизни, продолжать идти к своей цели. Согласны вы со мной? Скажите, пожалуйста. Вам все еще меня видно? Если будете жаловаться на связь, тогда пойду звонить Мане, буду с Маней болтать по WhatsApp. No emojis. I'm begging you, please. Вот эти иностранцы прям любят посылать эти сердечки, смайлики, вот эти, знаешь, засорять эфир своими смайликами, сердечками. Please don't use emojis. If you want to say something, text me something. If you want to say, don't send me these emojis, because it's just like wasting our time. Да-да-да, согласна. Ну вот, видите. Можете предложить какие-нибудь темы, поболтаем на какую-нибудь тему, потому что зависает, я так понимаю. И плюс еще вот эти эмоджи просто, которые меня катастрофически прям раздражают. Учится в школу, никто не ходит, поэтому сегодня как, ну, это как выходной, не считается. Голодная безумно после спортзала, я даже еще не поела, но я опоздаю, получается. А дочке рассказать, ну, дочка у меня очень смешная, правда, это просто вот такой кадр, конечно, иногда прям думаешь, господи, да что про нее рассказать? Я от нее корабликом, наверное, который путешествовал по волнам жизненного океана. А здесь у меня появился якорь, который, скажем так, меня
дал мне такую, наверное, почву, что ли, для того, чтобы построить свой остров в этом океане. Анжелишка сейчас, она в Монако. Она учится, у нее сейчас, ну, школа каждый день. Вот. Хорошо учится, кстати. И что еще? Занимается, ходит на гимнастику, ходит на лошадях, катается, занимается. Вот. Бентли я не ей купила, это просто здесь увидела и сфоткалась. Она меня, кстати, просила такую машину купить, но ей нельзя такую. Она же быстро все бордюры соберет. Там пообщаться. Это очень хорошая идея, правда? Потому что здесь это будет невозможно. Идем все на Боня Бьюти. Все знаете страницу? Боня.